Всем большой привет! Все, мы сегодня отправляемся уже на почту отправлять вот эти вот посылки. Они сейчас в коробках и довольно такие тяжелые, как мне кажется. И сейчас пока мы будем записывать все без микрофона, потому что он у нас полетел. Мы ездили в место, где мы его покупали, объяснили причину, почему так. Они сказали, что да, но у вас нет чека, идите в полицию, дали нам листок, сказали, идите там, скажите, что вы потеряли чек. В общем, целая история, потом в Паттайе будет две недели этот микрофон, потом 2 месяца еще идти до Бангкока, либо сами съездите. Короче, мы решили еще раз попробовать самим его починить, пока еще руки не дошли немножко. Но я думаю, что в будущем мы все-таки это сделаем. И потому что в Бангкок, чтобы нам съездить, мы можем новый микрофон купить за эти деньги. Но сейчас мы уже пересмотрели кучу видео, как же отправлять посылки, и еще до конца непонятно, какая сумма у нас выйдет. Всем привет! Мы еще их даже не заклеили, потому что у нас слишком много сладостей, и они оттуда начинают вываливаться. Надеюсь, что все пройдет хорошо, потому что... Килограмма 4, кстати. 4, да? 3,5-4. Ну, около 4 килограмм у нас посылка вышла. Мы посмотрели, где-то это может быть дорого. Или недорого, я еще ничего не знаю. Короче, едем быстро на почту смотреть и отправлять наконец-то уже, потому что я знаю, что победители ждут, и нам самим интересно все-таки, как же это все пройдет. Прям поехали. Все, мы уже подъехали к почте, вот так она выглядит, красно-белая. Мы еще, правда, ни разу здесь не были, поэтому идем узнавать, как же все-таки происходит процесс отправки почты. Вот здесь, я так понимаю, идет заполнение, а здесь уже отправка. В общем, нам нужно сейчас выбрать будет коробочку, и мы еще бы хотели найти открытки, но навряд ли. Вот, кто-то велик отправляет. Да, здесь вот сувениры какие-то, дай посмотрю, что за сувениры. Короче, нам придется выкладывать сладости из таких красивых коробочек, вот в такие. Я не знаю, у нас поместится или нет. Не поместится. В общем, сейчас Максим будет собирать, а я побежала за открыточкой. Я уже успела сбегать купить открыточки от нас. Пока Максим мучился. И сейчас мы будем перекладывать все эти сладости. Давайте я тут покажу, что. Ну пока их не трогай, наверное. Сейчас я покажу хоть что у нас тут есть. А это у нас подарочек для семьи, в которой есть ребеночек, которому 3 года. А этот у нас подарочек уже более для взрослого ребенка, которому 13 лет. Ну, для взрослых, конечно же, для детей. Здесь очень много всего, на самом деле. И сейчас мы попробуем все это уместить. Максим здесь подписывает открыточки у нас. В общем, вот в таком пока у нас тут все состояние. Коробки придется оставить себе. Ну, посылки, я даже не знаю, сколько это килограмм будет. Хорошо, что уместилось в среднюю такую коробочку. Да, у нас одна коробочка уже закрылась. Что, этим не подожди, видно, пока это... не... тут еще заполнять нужно, пока ничего не клеить. Ему так и хочется что-нибудь приклеить. И там по бокам шоколадки, поэтому может плохо влезть.
8. Старайся. Прям упаковали, оно прям аж не влазит. Офигеть. Так, нам сейчас надо будет заполнить здесь все. Я вот здесь приклею так. Красиво. Ага. И все, и можно будет уже отправлять. Наконец-то мы заполнили эти коробочки. Сейчас Максим уже перевязывает. Не знаю, у нас один адрес получился очень-очень-очень таким длинным. И я даже не представляю, мы очень много продублировали на русском языке, чтобы наша российская почта точно уж не затупила, потому что мы знаем, что это такое бывает. Поэтому сейчас будем ждать очереди, тут есть немножко людей, и уже будем отправлять. Нам еще надо, по-моему, декларацию заполнить. Вот у нас заклеены уже коробочки. Я надеюсь, что они доедут в целости и сохранности. Они должны доехать в целости и сохранности. Я застрелил зал, короче. Ой, Максим тут... Узел. Ой, слушай, а тут что-то такое дикое. Это я сделал. Нет. Ну, я очень надеюсь, что не растает шоколад, что доедет все в целости и сохранности, потому что мы все брали с упаковкой, чтобы ее невозможно было вскрывать, чтобы оно не портилось. Ну и вот такую коробочку получат от нас наши подписчики, которые поучаствовали и выиграли в конкурсе. И остаются с нами. А красивые коробочки не получат. А красивые коробочки останутся мне. Все, мы идем отдавать и узнавать, что и как. Максим тут навязал, короче, режьте ножом сразу. В общем, наземным транспортом это одна цена, а воздушным транспортом это совершенно другая цена, она дороже. Мы хотим уточнить все-таки, как будет. Одна коробочка у нас 445 бат выходит за отправку, это наземный. 859. А воздушным в два раза дороже. Мы будем наземным. Мы наземным отправляем, да. А, Surface. Потому что мы сегодня узнали, что они все равно отправляют все это самолетами, хотя говорят, что... До России. Ну да, до России, а по России уже с Москвы будет ехать. Если вы будете отправлять наземным, то это будет где-то 1 до 3 месяцев, но на самом деле это все не так. Многие говорят, да, что в течение месяца это уже все приходит. В общем, нам сейчас дадут трекинг-код. Я думаю, что нам сейчас все сделают, взвесят. Нам уже, в принципе, посылочка одна уже забралась. За 10 минут до закрытия. Да, через 10 минут закрывается почта, мы тут одни. Здесь тоже сейчас посчитаем. Кило 200 почти. Кило 200, получается, посылка. Кристинка себе еще кое-что взяла. Что? Да. У нас не поместилось в коробочке все, и Кристинка себе зажучила. Да, теперь это мои коробочки. У нас за все вместе вышло 800 с чем-то бат отправка. Ну, короче, 900 бат у нас две посылки вышло отправить. Не знаю, насколько это дорого или нет, потому что в России такие коробочки, наверное, только будут стоить сколько. Здесь мы их купили за 12 бат, поэтому, наверное, мы вровень где-то и вышли. Я знаю, что здесь выгодно отправлять сразу 20 килограмм посылки, тогда это будет удобно. В общем, Кристинка, не подумайте, она не самые вкусные конфетки себе забрала. Она себе забрала... Самые невкусные? Самые невкусные. Ну как не самые невкусные? Они все вкусные, просто они подешевле и... Не факт, что там, допустим, они чисто-чисто прям тайские. И не факт, что вам бы они понравились, прям супер-пупер такие вкусные конфетки. Короче, что-то я говорю. Короче, я не пожадничала, просто так получилось. Да, у нас действительно не поместилось в коробку. Кристинка сама показывала, какое количество конфет там было, что в такие коробки не поместилось. И мы еле-еле засунули в эти... коробки, которые здесь взяли. Короче, я надеюсь, что эти посылочки подойдут очень быстро, а не так, как нам быстро, пообещали. Быстро, вкусно. Будем вместе с вами отслеживать эти посылки, ну, с победителями. И сейчас мы, наверное, поедем, заберем здесь недалеко в отель, нам привезли таблетки, потому что русским нужны русские таблетки. И если дозвонимся до Наташи Мир, тоже к ней в гости заедем. А так у нас дела, в принципе, на сегодня все, мы уже свободны, мы отправились, знаете, так... Сразу настроение, как будто я получу посылочку, так клево. Еще там будет небольшие сюрпризы для ваших деток. Ну, они, правда, небольшие, но я надеюсь, что... Понравится. Да, порадуетесь немножко. Да, если будет непонятно, то... Напишите и спросите, для чего это. Мы ответим. Привет! Я просто только что звонила. Ой, класс! Привет! Да привет!
же, господи, привет, привет, что такое? Господи, какие вы маленькие, маленькие такие, маленькие, маленькие, да, эй, привет, а, какая ты смешная. Господи. Ой-ой-ой, защита. Ну все, все, успокойся. Коля! Ладно, посидим немножко, поговорим, да поедем домой отдыхать. В общем, заехали мы буквально на... Наш ресторан снесли? Да. Мы, короче, от Наташи ехали покушать в нашем ресторанчике, а его снесли, представляете? Капец. Уже вечер, но это был ресторан с попугаями, и его нет. Именно его нет. Блин. Обидно. У нас были курицы теперь вместо попугая. А, курица. В общем, сегодня, наверное, как-то я одна во влоге больше. Мы сейчас покушаем, нашли новое кафе. Я думаю, в следующем влоге мы о нем расскажем, понравилось нам или нет. Ну, а у нас садится батарейка, как всегда, заканчивается память. Поэтому всем пока, еще увидимся.